Донать типа на то, чтобы тебя кто-то зарейдил, это глупость. Сука, шо у меня с компом? Во! Все вижу. Ну короче, давайте порейдим, какие проблемы. А, он меня смотрит! Она. Привет. Кресло для купания в ванной. Стоит 52. Поставил 65, давайте. Что... В лайк донат берет комиссию. Ну да. Но больше не донать, типа, на то, чтобы тебя кто-то зарейдил. Это глупость. Ну все, клево. Да не за что, не за что. Так. Привет. Кресло для купания в ванной. Стоит 52. Ну, короче. Если что. Подонатьте. Типа такого. Ты был вчера в зоопарке? К сожалению, да, был. Он сказал декапидер? Нет, она сказала спасибо. Где у меня свет? Надо свет поменять. Ладно, пойдемте дальше сериал смотреть. В общем, Мариша, тебе привет. Все дела. Короче, если что, заглядывай. Короче, мы пойдем дальше. Не могу найти свой пульт. А, вот, нашел. Во, заебок. Лайкосики ей понаставьте, потому что лайки, они выбивают ролики, эти трансляции в топ. Самое главное, это ставьте лайки. Типа, вы-то сейчас придете, посмотрите, уйдете. Онлайн он поднимется и упадет, разницы никакой. А вы лайки поставьте, и так больше шанс будет того, что она попадет в рекомендации кому-нибудь. Окей. Еще лайков, еще лайков. Ну, типа, я ничего в этой ситуации поделать не могу с этими... С онлайном. Типа, люди как захотят, как уйдут, не уйдут, это их дело. Но лайки, они помогут хоть как-то ролик вытянуть. Трансляция. Скину на нее ссылочку еще разок. Да без проблем. Да, кстати, тема. Сейчас я сдоначу. Что вы... Сука, пердёж. Настя, спасибо большое. Блять, у меня мобильный телефон. Ссылка удалена. Жду роспись. Как дела?